уровень воды вот он был, вот, вот, вот отсюда. И то есть, ну, он не сильно убавился. Может быть, сантиметров на 20-30 дальше. Вот, вот это затопило подвал. Когда люки полные, у нас вся вода в подвале. Постоянно прорывы, канализация. Они говорят, что сами делайте. Вкладываем, вкладываем, администрация нам не помогает. Я вот пришла, он говорит, а что, положим, водоканал должен ходить? Когда тут не звонили, в жилнадзор сказал, что в прокуратуру пишите. Прокуратура в течение месяца только ответ должна дать. А нам тонуть, вот вы вчера не приехали, вчера по щиколотку воды в подъездах было. Здесь полный был подвал. Это можно без отопления, без всего остаться. Дом вот рядом развалился, мы этого и боимся. А нам администрация говорит, переселяйтесь на Грановскую. Но вы весь дом же не переселите. Так легче проблему решить. Кому обратиться? У нас нет управляющей компании.